Привет, ребята! Наконец-то занялся ликбезом. Итак, в этом видео простой, понятный метод, как выбрать стереосистему для тех, кто только начинает. 5 правил за 5 минут, после которых вы будете точно знать, как потратить ваши денежки. Да, это видео, обратите внимание, снято при поддержке Hi-Fi High-End Show московского, которое происходит в апреле. Я его, кстати говоря, лично тоже искренне поддерживаю. А в конце этого ролика вы узнаете, каким образом от этого самого High-End Show в апреле получить ценный приз. А теперь к делу. Итак, правило номер один. Вы решили обзавестись приличным звуком. С чего же начать? Во-первых, друзья мои, вам нужно определиться с тем, как вы будете слушать музыку. Вы должны понять, что будет у вас основным источником. Будет ли это проигрыватель винила, или вы собираетесь качать хай-резные файлы и прослушивать их в высоком качестве. Или, положа руку на сердце, вы на самом деле слушаете звук с телефона, и вам важнее, чтобы он максимально просто был подключен, например, по блютузу, да? И, соответственно, исходя из этого, вы поймете класс системы, которая вам нужна, и сколько денег на нее потратить. Потому что зачем вкладывать безумные миллионы, если звук все равно из телефона, да? Ну а если у вас аудиофильские амбиции, то сами понимаете, бюджет можно раздавать до бесконечности. Итак, первое, что нужно понять, это какой будет основной источник, какой, соответственно, будет класс системы, и тогда вы поймете, сколько денег на нее потратить. Итак, с масштабом бедствия определились, переходим к делу. И вот второе, главное правило, с чего начинать? Конечно же, с акустической системы. Именно колонки — это то, что создает звук, да, вы понимаете, электромеханически. Поэтому именно они определяют характер и качество системы. Поэтому начинать выбор системы надо с подбора акустики, ребята. А потом уже к ней вы будете подбирать усилители и вообще всю остальную электронику, которая должна будет эту акустику раскрыть. Вот и все. Если вы пошли по традиционному пути и начали с пассивных акустических систем, то дальше вам остается выбрать усилитель. В принципе, технически сейчас 99% усилителей будут играть с 99% колонок, поэтому бояться тут особо нечего. Но сочетания могут быть более удачные и менее удачные. Как узнать, какие? Ну, блин, только собственными ушами. Поэтому моя рекомендация здесь — это у вас дома уже стоят колонки, вы берете под залог усилители в магазине, приносите к себе, включаете и проверяете. Как правило, из 5 вариантов 2 очень приличных найдутся, и вы сможете выбрать, какой из них больше подходит вашим ушам. Правило 4. Соблюдайте ценовой баланс, друзья мои. Ну, по классической схеме, цена источника, усилителя и колонок должны быть примерно одинаковыми. На самом деле, чашу весов можно склонить, но только в сторону акустики. Класс системы, понимаете, определяется прежде всего классом колонок. То есть лучше, если у вас будут колонки покруче, а электроника попроще, чем наоборот. А, ну и в ценовом балансе обязательно должны быть провода. Опять же, по классической схеме, это где-то 10% от цены системы. Мой совет, ни в коем случае с самого начала не покупайте какие-то эзотерические, хитрые, золотые, серебряные и тому подобные штуки. Возьмите провода самые простые, но качественные. Потом, когда втянетесь, уже начнете экспериментировать и вообще поймете, надо ли вам это. Ну и пятое, последнее правило, которое я всегда повторяю и как-то не устану повторять никогда. Ребята, значит, выбирать систему нужно только собственными ушами. Не читайте срачи на форумах, не верьте продавцам, не верьте экспертам вот этим вот, потому что у экспертов уши свои, а у вас свои. И не надо вот этих вот разговоров, мол, мне медведь на ухо наступил, я все равно ничего не услышу, поэтому пусть какой-то дядя скажет мне, что купить, или вот там на форумах посоветуют, а я закажу по интернету. Ребят, в аудио вот так не работает. У нас здесь не ядерная физика, отличить звук одной колонки от другой может каждый человек своими невооруженными ушами. Ну, то есть по логике надо ходить по магазинам, слушать все, выносить мозг продавцам, ничего не покупая при этом, естественно. Это не очень комфортно. Но вот для этого и существует вот это самое Hi-Fi High-End Show, понимаете? Смысл выставки в том, что вы можете прийти и послушать самый разный звук и понять, какой из них вам нравится. Нравятся ли вам классические широкополосники? Или, наоборот, ленточные твиттеры. Или, может быть, какие-нибудь безумные системы с 25 динамиками и цифровой настройкой под помещение. Это была сейчас беззастенчивая реклама Hi-Fi High-End Show, как вы понимаете, да? На самом деле, я лично с этого начинал. Когда я пришел на первую выставку, когда выбирал свою первую систему, я пришел слушать совершенно конкретные компоненты, про которых начитался в журналах. Они мне категорически не понравились, и в результате купил совершенно другое и дико доволен. Но вам-то могут понравиться какие-то совершенно другие, в этом и смысл. Ну а что касается самой выставки, то в этом году они замутили что-то невероятное. Значит, во-первых, они сделали на сайте проект «Найди свой звук». Там ссылки будут в описании на все эти сайты. Там можно, значит, выбрать все конкретные аппараты, которые хотите послушать, и он вам делает, типа, маршрутный лист, по которому вы пойдете по выставке, чтобы их все услышать. Но самое важное, что когда вы регистрируетесь на сайте, чтобы купить билет, оставьте там обязательно свой телефон, потому что потом по этим телефонам будет розыгрыш. И те, кто, например, интересуется стереофонией, могут выиграть полочные колонки Sonus Faber из серии Principia. Мелочь, а приятно. В общем, посмотрите в описании ссылки на все эти выставочные мероприятия. Ну а я, друзья, надеюсь, что эти 5 правил выбора стереосистемы помогут вам сделать, как это говорится,
Первый шаг на пути в прекрасный мир хорошего звука. А, ну и на хай-фай-шоу увидимся.